Как мы уже информировали, в Узбекистане с рабочим визитом находится делегация во главе с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел Королевства Швеции. Программа пребывания включила и встречу с министром иностранных дел нашей страны. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Узбекистана с ОБСЕ, а также состояние и перспективы развития узбекско-шведских отношений. Глава Министерства иностранных дел Узбекистана дал подробную информацию об осуществляемых в нашей стране кардинальных реформах во всех сферах, основных направлениях внешней политики страны. Отмечено, Узбекистан рассматривает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе как уникальную международную площадку для политического диалога по широкому кругу вопросов и поддерживает приоритеты шведского представительства в организации по всем трем измерениям безопасности. Узбекская сторона призвала ОБСЕ уделять больше внимания Афганистану, который является страной-партнером организации. Отдельное внимание уделено вопросам активизации торгово-экономического взаимодействия между Узбекистаном и Швецией, в том числе наращивание двустороннего товарооборота и реализации инвестиционных проектов. В данном контексте отмечена необходимость создания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении межпарламентского диалога, организации взаимных визитов парламентских делегаций, обмена опытом в нормотворческой деятельности. На переговорах также рассмотрены отдельные вопросы регионального и международного характера.